Cool GameStop? Yes. Ты меня уважаешь же, да? Yes. Бен, ты пукаешь по утрам? Ребят, кто задает такие вопросы, ладно? No. Молодец. Бен, ты кошка? Yes. Бен, ты нормальный, скажи, пожалуйста. Я понял. Всем привет, ребятки! Вы на канале Cool Games, и сегодня говорящий Бен будет отвечать на ваши вопросы, которые вы ему задавали в комментариях под предыдущим видео про говорящего Бена. Но для того, чтобы Бен говорил только правду, нужно поставить лайк под этим видео. И сегодня мы с вами узнаем все ответы на ваши вопросы, ведь Бен знает все, да, Бен? Он все знает, поверьте мне. Итак, ребят, я буду с телефона зачитывать ваши вопросики, а Бен нам будет отвечать. Главное, чтобы ответ на вопрос был да или нет. Потому что Бен, кроме да и нет, больше ничего не знает. А, ну еще он знает хо-хо-хо и как-то так. Ну что, начинаем звонить. Так, Бен. Так, серьезный такой пацанчик, да? Бен, здорово, Бен, как дела? Yes. Понятно, это значит хорошо у него дела. Кстати, давайте сразу спросим очень важный вопрос. Бен, ты подписан на мой телеграм-канал? Говорит, ты еще спрашиваешь? Ты что, сомневаешься во мне? Конечно, подписан. А ребята, все подписались на мой телеграм-канал? No. Не все? Вы чё, ребят, серьезно? Вы что, не знаете, что по ссылочке в описании можно перейти на мой телеграм-канал и поучаствовать в розыгрыше на 10 тысяч рублей? Бен, no. Что нет? Что нет? Вот пусть пройдут и посмотрят. Там розыгрыш на 10 тысяч рублей, Бен. No. Бен, мы же с тобой договорились. Ты скажешь да. Скажи да. No. Пожалуйста. Yes. Вот, видите, ребята? Не верите? Проверьте сами, зайдите. Все, мы переходим к ответам на вопрос. А не то Бен меня подставит. Итак, смотрите. Я написал, что бы вы спросили у Бена. Пишите в комментариях. И вы написали. Я бы спросил, чтобы он подписался на тебя. Короче, Бен, ты подписан на меня? Yes. Да. Хорошо. А знает ли Бен меня? Ты знаешь меня? Ты знаешь канал Cool Games? No. Не знаешь? Ты прикалываешься, Бен? А no. Не прикалываешься? Подожди, ну видос no. этот куда пойдет? Как ты думаешь, куда он пойдет? На какой канал? На какой? Yes. Да, на Cool Games? No. Подожди. Да. No. Давай ты потом зайдешь и сам просмотришь. Что-то мне не нравится это начало, Бен. Бен, ты нормальный, скажи, пожалуйста. Я понял. Ладно, идем дальше. Надеюсь, дальше ты будешь говорить только правду. Так, спроси у Бена. Ты меня уважаешь? No. Ну, я уже понял, поначалу видел. Ну, ладно, посмотрим, что ты к концу скажешь видосиком. А есть ли у тебя родители, Бен? No. Понятно. Ты родился сам из яйца. Я не знаю, откуда ты появился, Бен. Что ты вообще такое? Ладно, спрашиваем, смотрим дальше. Вопрос для Бена. Ты как-то связан с Даркнетом, Бен? Глупый вопрос, да? Ты связан? Да, я понял, ты не хочешь говорить, ты не хочешь признаваться в этом. Так, хорошо. Бен, ты страшный? Нет, ты вот на этот вопрос ответь честно. Ты страшный или нет? Yes. Да, понятно. Ну да, в принципе, много страшных игр с Беном есть, ребятки. Так. Тут что за вопрос? Бен, ты пукаешь по утрам? Ребят, кто задает такие вопросы, ладно? No. Молодец, Бен, молодец. Вопрос Бену. Будет ли у тебя 3 миллиона... А, будет ли у меня 3 миллиона подписчиков, Бен? Ответь, Бен, серьезно, это серьезный вопрос. No. Бен, ты хорошо подумал? У меня будет 3 миллиона подписчиков? Давай, скажи это. Ладно, он не хочет отвечать. Ну, в смысле, он уже ответил, но... Мне кажется, ты пошутил. Бен, ты пошутил? Бен,
тебе к врачу. Нет. Пошутил, согласен. Бен, ты знаешь в Roblox или Brawl Stars? Короче, ты... Смешно тебе. Ты знаешь Roblox или Brawl Stars? Нет. Да, я думаю, все знают эти игры. Так, Бен, еще один вопрос про меня. Пожалуйста, ответь нормально. Паша легенда или нет? Ну, я. Я легенда или нет? Быстро отвечай. Он не хочет про меня никакие вопросы особо-то, знаете, ответы делать. Ладно. Ты связан с Даркнетом? Подожди, я уже это спрашивал вроде бы. Ты связан? Yeah. Ну да, мы это выяснили. Так, спросить у него, есть ли у тебя YouTube канал? Так, с Даркнетом мы узнали, что он связан. А Cool Games Top? Yeah. Вопрос, вот Бен, узнаю теперь нормального Бена. Идем дальше. Так, спроси у Бена, сколько тебе лет? Варианты. А, так, итак, Бен, тебе 30 лет? Тебе 40 лет? Тебе 38 лет? Он не отвечает. Короче, по возрасту лучше у него ничего не спрашивать. И еще, задай вопрос. Итак, Бен, будешь ли ты играть со мной в Brawl Stars на видео? И подписан ли он на твой канал? Короче, ты будешь со мной... Или кто будет со мной? Короче, Бен, ты играешь в Brawl Stars? Ты подписан на мой канал? Мы уже спрашивали. Ладно. Спроси Бена, он играет в... Играешь. Все, даже не успел дочитать вопрос, он уже ответил. Он играет в Brawl Stars. No. Так, вот такие вопросы не буду читать. Так, Бен сказал... Cool Games Top. Бен? Подожди. Бен, подожди. Успокойся, пожалуйста. Cool Games Top. Cool Games Top. Cool Games Top. Yes. Да, ребят, видите, он сразу отвечает. Бен, ты девушка? Yes. Я еще не успел задать вопрос. Ты точно девушка? Yes. Все, понял, вопрос больше не задаю. Бен, ты кошка? Yes. Или собака? Ты точно кошка? Ладно, я не буду больше спрашивать, все. Yes. Все, понял. Ты крутой, Бен. Бен, ты крутой? Бен, ты крутой? Yes. Глупый вопрос. No. Что, тогда или нет, Бен? Я не понимаю, я с ума сойду с тобой вместе, ладно. Так. Так, смотрите. Голубая Клеопатра существует? Что смешного? А, ты смеешься, что голубая Клеопатра бывает ли? Ну ты скажи честно, она существует? Yes. Существует. Идем дальше. Плохие yes. вопросы я не читаю. Да, Бен, правильно. Yes. Да. Ты играл в мороженщика? Бен, no. Правильно. Не надо. Ты можешь обморозить себе там лапы. Так, Бен, мне сыграть по твоим советам в Brawl Stars? Yes. Сыграть потом? Хорошо. Так, Бен, ты девушка, мы уже выяснили, что да. Бен, мы же... Бен, подожди, мы живем в Матрице. Yes. Все не настоящее получается, да, Бен? Ну да, я вижу по тебе. Ладно. Yes. Да. Ты каждый день троллишь кого-нибудь? Yes. Я знаю, я понял, потому что я, как только я сел записывать этот видос, я уже не мог, я смеялся, уже не мог с того Бена, я не мог начало видоса сделать, просто он меня смешил. Так, Бен что-то положил трубку, пока я долго читал комментарии. Звоним. Чё ты рычишь? Подъем. Бен. Итак, Бен, следующий вопрос. Подожди, что ноут? Я еще не задал вопрос тебе. Бен, ты мучаешь Тома? No. Не мучает, они дружат. Так. No. Да, я уже понял. No. Бен, ты не боишься огурцов, как коты? Yes. Не боишься, красава, молодец. Потому что эти кошаки, они что-то прыгают, когда огурцы увидят, не понимают, чего их бояться, правильно? Да, согласен.
Так, про Cool Games я спрашивал уже. Бен, играешь ли ты в Roblox? Мы уже узнали, что ты знаешь эти игры. Ну, ты играешь в Roblox? А, ты знаешь, но не играешь, я понял. Ну, в Бравл ты играешь, да? Я понял, да. Так. Что тебе еще тут есть за вопросики? Ты любишь мои видосы? А, то есть ты уже ответил yes. Спасибо, Бен, ты молодец просто. Да. Yes. А, Бен, а ты любишь моих подписчиков? Нет, ты честно скажи, ты не дурачься, пожалуйста. Это серьезный вопрос. Yes. Любит, ребят, он вас любит, поэтому я думаю, вы тоже ему не пожалеете лайка. Идем дальше. Еще спрашиваю его всегда в начале видео, Бен, ты помнишь меня? Вообще, а, Бен может забывать что-то? Бен, ты вообще знаешь меня, помнишь? Ну, хотя ты отвечал уже, что не знаешь, но... Ты знаешь, что я Паша Cool Games? Бен, пожалуйста, ответь. Ты знаешь, с кем разговариваешь сейчас? Ты знаешь, с кем ты разговариваешь? Yes. Я не сомневался. No. Так, да. Так, Brawl Stars мы спрашивали. No. Так, ребят, я пролистываю повторяющиеся вопросы. Итак, мы дошли до вопроса. Бен, можно ли мне снимать видео на мой канал? Не знаю, почему мы это у Бена спрашиваем, но давайте спросим. Ну, что скажешь? Лохматый. Yes. Спасибо. Ой, прости, что я тебя назвал лохматым. Если... Да, прости. Так, так. Есть ли у тебя девушка? Yes. Ты толстый? Ты материшься? Еще как, наверное, материться. Только на видосе. На видосе не материться, а, наверное, там, в реальной жизни своей там еще как. Ты меня уважаешь? Мы уже спрашивали, ты меня уважаешь же, да? Yes. Да, ребят, да. То есть, смотрите, вначале было немножко недопонимание у нас с Беном, а в конце все нормально. Мы уже подружились, и вот. Ты камень? Я не знаю, что за вопрос, но ты камень? Да, конечно, говорит, глупые вопросы задаете мне. А у тебя есть 13-й айфон? Yes. Есть? А чё ты разговариваешь по какой-то трубке, не знаю, древней? Чё, а где ты его прячешь или что? Том заберет? Или где твой айфон? Ты его спрятал? Yes. Понятно. Brawl Stars? No. Про Brawl Stars лучше говорить не спрашивай ничего. Хорошо. Бен, ты знаешь все на свете? No. Не все? Я думал, ты все знаешь. Получается, то, что ты не знаешь, ты придумываешь, да, ответы? Yeah. А, ну понял тогда. То есть ты вроде бы как на все отвечаешь, но не факт, что это будет правильно. Ну ладно, ничего страшного. Бен, бывает, многие так делают, я знаю. Так. С Даркнетом просто все спрашивают, ты реально что-то связан с Даркнетом? Почему столько много вопросов, Бен? Бен, скажи мне, пожалуйста, ты нормальный? Yes. Хорошо. А то у меня сомнения начинаются. Так. Сможет ли кукурузная пушка 1-1 одолеть Гаргантюа? Сможет или нет? Ответь, пожалуйста, нормально. Просто ответь на этот вопрос. И как с ним разговаривать можно, ребят? Итак, последний вопрос тебе задаю. Вроде здесь больше нет. Опять Даркнет? Опять Даркнет? Ты живешь в Даркнете, что ли, Бен? Мне кажется, под конец видоса Бен сошел с ума. Бен, ты сошел с ума? Yes. Я понял. Тогда, в принципе, у нас закончились вопросы для Бена, и он сошел с ума. Ну да, после этих вопросов можно, наверное, сойти с ума. Он что-то слушает, что он ответит? Бен, ты меня слышишь? Он сошел с ума. Короче, ребятки, в принципе, я задал все вопросы, ну там еще можно поискать другие, но то, что вы писали под моим комментарием вопросы, я все задал, все нормальные. Бен все ответил, теперь вы знаете правду. Вот. Но... No.
Что no? No. Что no? Что no? Говори yes. Скажи yes. No. Ребята, если вы хотите, чтобы я еще раз у Бена что-нибудь поспрашивал, да? Чтобы вы еще хотели, если вы хотите еще узнать какую-нибудь правду, то напишите. Подожди, давайте лучше спросим у Бена. Бен, мы... Подожди, Бен, успокойся. Давай так. Подписчики, yeah. Еще, если зададут тебе вопросы, ты на них ответишь? Скажи, пожалуйста, все ждут только этого. Ты ответишь на вопросы, если мы еще раз тебе зададим? Yes. Хорошо. Поэтому, ребятки, в комментариях я напишу, что вы хотите спросить у Бена. Под этим комментарием вы задаете свои вопросы. Только не задавайте те вопросы, которые уже повторились. И Бен ответит вам только правду. Честно, Бен, ты говоришь... No. Подожди, Бен, мне что, смонтировать нужно это? Твой ответ no. Какой no? Ты должен говорить только правду. Я. Yes. Да, ребята, да. Он отвечает только правду. И ничего, кроме правды. Здесь никакого монтажа нет. Он ответил да, ну, сразу почти. Все, ребят, если вам понравилось это видео, то вы можете, если еще не поставили лайк, то Бен не будет говорить правду. Поставьте лайк, пожалуйста, и Бен ответит только правду. Бен, скажи. Yes. Вот, ребятки. На этом мы заканчиваем. Я еще с Беном, наверное, побеседую, проведу профилактическую работу с ним, чтобы он не дурачился больше так на видосах. Но No. Да. Что no? No. Нет, он не хочет никакой беседы. Поэтому, ребятки, на этом на сегодня мы заканчиваем. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, участвуйте в розыгрыше на 10 тысяч рублей. Ну а мы увидимся уже в следующей серии. Задавайте вопросики, Бен на них любит отвечать. Бен, No. Короче, я не буду больше ничего спрашивать. Все, всем пока. Yes. Да, пока-пока. Yes. И что дальше? Пожалуйста. Бен! Не, ребята, я сам сойду скоро с ума. Не.